Внимание, розыск! 10 августа в 23:30 на нашем телеканале состоится премьера сериала «Сыны анархии». Картина рассказывает о клубе байкеров, которые пытаются защитить свой городок от наркотиков и влияния извне, хотя сами грешат торговлей оружием. Чтобы ожидание премьеры не было томительным, наш телеканал запускает новый конкурс на самую достойную подругу байкера. Совместно с байкерским движением «Алькаши» с 27 июля по 9 августа мы будем выбирать лучшую девушку, которая достойна носить это звание. Она должна быть, ну, симпатичная, как минимум, да? Хотя это, опять же, понятие такое, у всех разные вкусы, да? Она должна быть веселая, потому что грустная и кислая нам зачем? Вот. Довольно, скажем так, ну, наверное, выносливый, что ли. По итогам акции девушка, набравшая наибольшее количество голосов, получит призы от организаторов. Значит, от нас, от Алькаши Саратов, мы ей организуем ночную покатушку по городу компании мотоциклистов с проездом по всем по интересным местам. А компания РЕН-ТВ фотосессию настоящую с профессиональными фотографами на мотоциклах.